Так, прерываю я свои несколько секунд счастья, которые доступны мне сейчас. Ем я, ну, это некий омлет в достаточно сухом лаваше. Ну, ложится более-менее. И на том спасибо. Мне надо, чтобы меня не звездануло горло, а так я уже, по ходу дела, смирился с бесконечным приемом антибиотиков. Вот здесь сейчас будет место, которое традиционно снимаю. Это съезд с объездной Нижнего Новгорода в сторону Владимира. Тут у нас... Да не останемся мы без колес. Так, фуру пропустим. Ну, вот здесь были мешки. Что-то тут, в общем... Что-то назревало, и в итоге нихера. А теперь я понял. Ну, теперь точнее я не понял. Что тут? Сейчас под мост, под мостом. Раньше всегда стояли гаишники. Была у меня не очень приятная встреча с гаишником по дороге в Вишкарау. Там уже на повороте у Чебоксара, уже у дамбы. Через ГЭС. Он меня потрошил очень злобно. Явно вне закона, явно он такой наглый. Наглый и выискивал, как говорится. Выискивал, за что меня обобрать. Но, друзья мои, искренность и доброта взяли верх. Я ему все в открытую показывал, дал ему всю пачку документов на смотри. Но, понимаешь, вот кафе у Ирины. Есть у нас романтические представления о бандитах. Есть бандиты, которые... совершат зло и никогда не раскаяться, никогда не будут совеститься. И защититься от них невозможно, иначе, кроме как бегством, либо, извините, уже какими-то мерами. Поэтому, знаешь, если инспектор ДПС не хороший человек, то какого черта хорошие люди или нормальные, просто нормальные люди, законопослушные, должны рисковать. Надо быть подкованным в юридическом смысле. Ну, народ включает камеру, я бы тоже мог вот так вот раз ему в упор, типа. Чтобы он... Ну, это тоже озлобляет, конечно, и тоже надо тут уметь. Но их не запрещено снимать. Вот, так что, ладно, двигаемся. Впереди Владимир. После Владимира уйдем на платку.